Sorry, mate. Книги синтеза. Видите? Старайтесь. Ну, эти с одинаковой скоростью делать, это немножко помогает при выполнении техники и так далее, так далее, так далее. Сегодня прокатаем десятки, так далее. 9-8 быстренько. Ниги с интендати одинаковая скорость. Если пошли ручку с соседней, у второго можете все время с одной скоростью, а не раз, раз, с одной скоростью. Раз, раз. И ты! Ще! Молодцы! Тихон ката, 10-й тюк. Мугурый, хаджан. Ос! Shit.
Мугурей Хаджи. Ос. Средний руку. Ос. То есть делаете переход, а потом техника. Продолжаем. Переход техника. Потому что если сначала начать делать технику, иногда вот такая путаница возникает. Вот, надо сосредоточиться. То есть автоматически, машинально может быть учиться. Гэдэнбарай, май гэдэнбарай, пич, замах ровненько, проход. Ос. Не. Ос. Сон. Ос. Молоты. Ше. Мугури. Хаджи. Ос. 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 Ше. И мугури два раза хаджи. Ос. 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 Ше. Тоже от многих факторов зависит. Кирина ей. Ще. Фидза Гамангери. Мугури Хаджима. Ос. Ос. Сэкин дзюдон окэ, кингири мугури, хаджима. Ос. Назад отошли, дзюдон окэ, дзюдон окэ. Ос. Ше. Хаджима. Ос. 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 Ше. То есть делать можешь, но забываешь, что именно требуется на этот пояс. Поэтому, когда надо делать, бац, провал. Увидела и великолепно делаешь. Надо немножко подучить вот это вот, как бы, да? Вот. Чтобы связать то, что написано в методическом пособии, с тем, что физически делается, как бы, чтобы понимать, что вот это. Ханте. Ше. Мугури два раза ходи. Ос. 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 Ше. Ос. 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 Ше. Хантай. Ше. И помку руке второе. Сэйкен ой цуки тюдон. Защита и контратака. Сэйкен май деду варай хидзе гири. Мугурей два раза хаджи. Ос. Тюдон. Ос. Ос. Ше. Два раза. Два раза. Слушай, внимательно, проснись. Если на экзамене также будешь подтормаживать, будет вывод, как бы, скорее всего, что не знаешь. А тут всего лишь как бы услышал, но не придал значения. Как бы. Уставший, замотанный, измотанный, много учебы занято. Хантай. Ше. Мукури два раза хантай. Ос. 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 Ше. Ос. 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 Ручками чуть-чуть, то есть в район шеи, раз, за шею, за голову, раз, схватили. Хантай. Ше. Наура. Нос.
Кёпу, сумму видите. Тебе в левую сторону нужно будет идти. Сможешь туда идти? Кат, отойди Кёпу, сумму видите. Чуть-чуть назад отойдите, чтобы три шага вперед сделать, удобно было. Так, Кёпу, сумму видите. Ей? Мугуры, каджи. Ось! Когда тоже переходишь из бедра в щитках, а на обратную сторону. Когда мы переходы делали, а я делала с бедрами, с плечами, с бедрами, замах с бедрами, когда просто вперед-назад. Здесь тоже переходы, то есть здесь тоже необходимо замах, блок, раз. Мало того, когда делаешь, надо на носочек и повернуться. Но не таким образом, как бы, раз. Хорошо? Вот на этом этапе пока вот так вот, на носочек. На уре. Попробуем еще разочек. Так, вот сумнич, бей. Уре, хорошо. Шутово.
Цепи на гауте. Мугури, хаджимай. Ос. Стыками, подбородочек. Ос. Молодцы. Ос. Ще. Ос. Подбородок, подбородок. Ага, это подбородок. Цепи на гауте, подбородок. Ще. Сюда, а вот подбородок. Цепи якуцуки. То есть разноименная рука. Ой, цуки, это одноименная рука. Якуцуки, разноименная рука. Поворот, пришли, сделали. Уровень, хаджима. Переход, техника. Впереди просто, под, а потом сделаем. Дзёдан. В режиме марафона первая дорожка дзёдан, вторая дорожка тюдан, третий раз дорожка гэдан. Покатаем? Ос. Мугурой, хаджима. Ос. Ос. Тюдун, тюсок. Тюдун – это среднее положение.
от солнечного сплетения, где это наносится. Вообще тюдан это от плеч до пояса. Но в данном случае, как бы, моя идея подразумевается, что наносит в эту область. Мугурей два раза хаджина. На каточке не разводите, чтобы как поединочки. Ударную часть формируйте, чтобы пальчики наверх были. Шихан очень хорошая память, он сразу же смотрит, кто вот тщательно вот эти на начальные пояса делает, то он их запоминает. То есть это, скажем так, лидер региональной организации. Толкается вперед. Еще разочек вперед. Отжимай вперед. Твоя дерево живот. Вперед живот, а назад им дерево. Живот. Алло, Аня, ты коленку делаешь. Живот, живот. Живот, живот, живот. Не снизу, а толкать надо. Толкать вперед. Живот. А ты где-то уровень такой делаешь. Понимаешь? И еще раз от мугурой. Хаджима. Вот, живот. Наура. На белый пояс у нас икон комитет, то есть условный поединок, первый раз, когда спортсмен сталкивается с поединком. Исходя из того, что он еще немного знает техники, перемещаться в стойке не умеет. То есть на белый пояс, 10-й тур, там япон комите на один шаг. Шаг вперед, шаг назад. Как мы с блоками делаем, вперед-назад. На 9-й тур, тут уже на 3 шага. На 3 шага называется самбон комите, поединок. Комите переводится как поединок, самбон комите. То есть условный бой, условный поединок, заранее задуманы какие удары. И делаются они на 3 шага. Дзюдон, сокоука, эдон барает назад, на отходе вперед. Дзюдон, дзюдон, эдон, дзюдон, средний уровень, эдон, ши, ши. Ну-ка так. Май эдон барает. Май ты. Ши. Красавцы. И пошли мугурой. Хорошо. Сос. Дзюдон. Эдон. Назад отходим, назад отходим. Дзюдон, назад отходим, дзюдон, назад отходим, ос-ще, ос. Да, концовочка у нас ос-ще, ос сразу же делается. На один счет сразу же три действия. Мугурей два раза хочу. Ос, 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 ос-ще, ос. Два раза. Это получается от того, что 10-9 покатали, а потом начали заострили свое внимание на и непосредственно ваш пояс. Вы там делаете, а тут подзабыли. Это вот смотрите, вы готовитесь на синий пояс. Такая же проблема у тех, кто готовится на первый дан, на второй дан, на старшие пояса. Они со старшими учениками не сначала, вот их пояса прокатают, а остальные, он уже как будто старший, то есть ему на это как бы нет ни сил, ни времени чистить. Понимаете? Вот. То есть еще больше разрыв такой, то есть такая вот штука сложная. И два разика мугурей, хаджим. Вспомним. Зёдан, тюдан, гэдан. Зёдан, тюдан, блок, гэдан. Ос, хатай. Раз. И два разика хаджим. Вспомнили, можно один раз сделать. Ос. Чуть-чуть обновить вашу память. Ос. Ос, ще, ос. И еще разочек. Запомнить. Ос. Ос. Наура. Хорошо, что сказал два раза. Вовремя сказал. Антай, вы взяли стоечку, поменяли, то есть вы смотрите за процессом. То есть даже то, что вы устали, вы все равно как бы вовлечены в процесс, как бы смотрите, слушаете команды, реагируете на эти команды.
допустим, кто-то, допустим, из ребят делает там поворот, надо на носочки пяточку внутрь, но он почему-то носочек в сторону делает. Забыл, запутался как бы, посмотрел куда-то в сторону, не так сделал. То есть ему шахан скажет пяточку внутрь, поправит, и потом он будет смотреть, так ли он делает или нет. Если он исправил ситуацию, то есть, ну, забыл, просто запутался ребенок, еще поиск начинающий. То есть будет все хорошо. Если не исправили ситуацию, то это уже нарушение как бы. Как? То, что вы не понимаете ситуацию. Покатаем? Пожалуйста. Футу дайте. Пожалуйста. То есть 10-9 тюм мы сделали. До этого пояса вы будете катать, находясь сзади тех, которые прохладные. Сзади тех ребят, которые будут сдавать на 10-й, потом они уйдут. Все шажок вперед сделают 9-й. Сдадут, кто-то не сдаст, идут, потом только вы подойдете. То есть вот, силы надо вовремя каждый так вот сэкономить, рассчитать так, чтобы на ваш поиск хватило. У нас осталось здесь кадр. Такёку сунуми, все удары делаются дзёдом. То есть блок также, рисунок такой же, но удары наносятся дзёдом. Заступ делаете на носочек, раз, удары локотками сбоку. Удары локотками сбоку и обязательно блок каждый раз, когда блок делается, выходим ровненько и блок небольшой. То есть, чтобы зарядить руку, чтобы в следующий раз шагнуть и нанести удар. Покатаем? Для этого замах как раз этот и есть. То есть мы сделали блок, раз, руку зарядили назад, поворот, переход. У нас плечо назад, у нас будет больше разгон, будет сильнее удар. Покатаем? Такёку сунуми. Можешь там двигаться в левую сторону. То есть раз планирование заранее, площадка для проведения в данном случае ката. В экстремальной ситуации, где ты становишься, то есть площадка для того, чтобы защищать себя, куда-то сместиться, допустим, за предмет какой-то, чтобы на тебя вовремя. Ну, чтобы не напали и так далее, сократить варианты нападения как бы. Такёку сунуми. Ей. Мугурой каджи. На носочек наступ. Us.
удары руками, блоки, ногами, раку. Примечание. Ученики должны перемещаться в кибодайте 45 и 90 градусов. Что это подразумевает? Чтобы перемещение было кадашито суким углом, не вперед, не в сторону, то есть не на одной линии, а по 45. Перешли, крутились, чтобы вкручивание было, и немножко с плечом. Когда шито-цуки, то есть можно бить его солнечное сплетение, но не фронтально, а чуть-чуть плечо выводим вперед, а пояс под 45 градусов вбок. То есть если мы ровненько стоим, мы можем плечо немножко повернуть, пояс недостаточно, значит плечи мы сработали, а бедра не сработали. Когда? Раз. Когда в кибодайте стоите, нужно бедра еще попробовать вперед. Раз. Чтобы ровненько. Коленочки в сторону. Майгера бараньи. Мэйте. Щет. И пошли такэцуки вперед. Два раза дзёдан, два раза тюдан, два раза гэдан. Макота? Раз. Мугурой, хаджима. Раз. Джоку судайте, джоку судайте. Раз. Раз. Щит. Татэ цуки, джоку судайте. Раз. Раз. Щит. Дзёдан. Раз. Дзёдан. Раз. Дзёдан. Щит. Раз. Видишь, адаптируешься быстро, хоть и пропустила немножко, да? Понимаешь быстро, это хорошо, это не у каждого спортсмена есть. Представляешь, что будет, если ты не будешь пропускать? Это будет что-то вот такое. Макоток немножко в центр старайтесь. Щет. Вот такой коротенький, да. Щет. И теперь переходим под 45 градусов кибодайте и шито-цуки. Катай? То есть может быть тут выход в кудодайте, магидамарайо и хаджима и оттуда. Ну мы сэкономим это время, вы понимаете процесс. Ич, перешли, вперед, раз, и вкрутились. Раз. Молодцы, с плечом сделали хорошо, качественно, и повороты, прошли, и вкрутились. То есть ручкой, тут, которую ты сделала, проходишь, ее выпрямляешь вперед, да? Видишь, смотри, суть в чем, как бы запомни в таком порядке. Противник стоит перед тобой здесь такой, злодей стоит, тебе нужно защититься. Вести руку с такого расстояния и с такого, с какого ближе. Вот, поэтому так ты поворачиваешься. Ич, повернулись, широкий шажочек, ми, раз, и вкрутились, нанесли удар. Вот, если запомнишь в таком порядочке, то будет все хорошо. Покатай. И третий, так, третий раз. Маоте, задней ножкой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Раз, повернулись, ручку поставили, потому что нужно обязательно вкрутиться. И вкрутились. Ша! Стоп, не раскидываем, не разваливаем, бедра вперед. И пошли вперед. Ни, второй счет. Сон. Молоты. Задние ножки. Не-не-не-не-не. Ты в ту сторону идешь, знаешь, как дзинкутсу, да, это задние ножки. Задние ножки. Раз. Повернув. Повернуться можно ручку вперед поставить. И вкрутиться. Раз. И пошли вперед. Раз. Не. На прошлой делали это, да? Раз. Сон. Раз. Задние ножки. Раз. Ич. И пошли, хаджима. Чтобы вы под 45 оставались в той же. Молодец. И два разика давайте сейчас сделаем. Вспомнили. Накатаем. Времечко более чем достаточно. Знаю, что вы все справитесь. Хаджима. Два разика.
По 45, по 45, если кто-то разбивается, по 45, чтобы вы не мешались. И тут надо, чтобы не просто как бы поворот, а ручку еще выпрямлять, немножко вперед ее. Немножко ручку вперед. Ручку вперед добавляете. Чтобы не просто вы повернулись, взяли такой с поворотом немножко. То есть это же все-таки удар. То есть это должен быть удар. Покатаем. Еще разочек давайте. Сходим, ходим. Теперь пить дзюнцуки, дорожка дзюдом, дорожка тютом, дорожка гэдом. Пить, повернулись, шажочек на одну линию прямую вышли, оп, ручка по центру и вкрутили дзюдом. Дзюдом — это значит выше уровня плечи. Отжима, второй разочек. Сон, третий разочек. Молодцы, молодые, тюдор. И пошли далее, отжима. Тюдор, тюдор, тюдор. Молодцы, задний носочек надо обязательно и крутиться. И в режиме марафона дальше гоняем средний. И гайден нижний уровень. Хаджима. Стоечку соблюдаем, сохраняем. Коленочки не забываем чуть пошире делать. Коленочки. Стоечка, чтобы кипадать. Если коленочки в сторону не смотрят, стопы у нас развалены в разные стороны, стойку не держит спортсмен, стойки нет. То есть, значит, надо этим придется работать. Надо сейчас сосредоточиться, немножко поработать. Наура. Подравнялись. Майка добра ей. Майте. И пошли быстренько. У нас осталось 3 минутки. За 3 минутки нам надо все остальное сделать. Вот, сейка, мороз, чудо, мучу, сейк. Махатай. Дзинку сюда, мугуру и хаджи. Один раз. Сзади немножко прямая, чтобы полностью прямая была. Секен тюдо мучу. Кэ гэдэн барай. Макатай. Ич. Сдвинули, шажочек сделали. И пошли. Хаджи. Получается уже, видите, что понимаете вот это движение, что блок делаете. Старайтесь уже его делать. Разрывать побыстрее немножко, как бы. Но не забывать то, что в процессе увеличения скорости может получиться, что руки вот в это стали положение. И фактически блок этот сделал здесь вот такое движение, а этот здесь. То есть от нападения с двух сторон под 45. А здесь защита подразумевается от нападения спереди. А если вы в процессе увеличения скорости, то есть блок здесь делается против вот этого человека, который под 45, и этот здесь. То есть нерабочий блок. То есть человек делает какую-то гимнастику. Наура. Майки на барайе. Я почаще вывожу в науры, да, то есть ос, чтобы вы видите, становились с одной скоростью. Ручки раз, раз, чтобы ножки работали. Разводились и сводились ровненько стопы. Майте! Керина яй. Старайтесь, чтобы ручки шли с одной скоростью. Они вот так вот. Раз. Ну, рубочками так немножко. Старайтесь, чтобы с одной скоростью. Раз.
Зёдан майгели тюсопа. Мугури хаджу. Ос. 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 Шеф. Ос. 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 Шеф. Так, секундочку. Вот как мы сейчас сделали. Надо будет сделать... Еще одну дорожку мы катаем. Ос. Мугуры хаджимы. Ос. Вторая часть. Ос. Шеф. Ос. 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 Шеф. И еще разочек. Хаджимы. Ос. 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 Шеф. Ос. Потом посмотрим, данная часть сформировалась или нет. Так, хорошо. Удобно, если зеркальная стена, допустим, одна. Ходишь, в зеркало смотришь, ты уровень смотришь по центру, рука не по центру. Как у тебя кулачок так стоит, или довернут правильно. На уре. И два рандраку осталось. Матери. Молодцы. Можно просто вперед встать. Ну, ручку сюда подальше. И пошли тюдо мои гели тусоку. Подошли, сделали. Вот это. Ос. Мугурой. Хаджимы. Ос. 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 Точку немножко подлиннее сделает. Близко немножко не возвращает. Смотри, вот так стоишь, вот сейчас в этой строчке, да? То есть вот здесь расстояние такое отставь. Сделаешь первое движение, эч, раз. То есть ты не изменил это расстояние. Вот в этой плоскости, если тебя кто-то будет толкать, наносить удары, ты жестко стоишь. Если ты сокращишь это расстояние, то в случае толчка, допустим, удара куда-то в голову, либо что-то еще, то есть получится, что ты можешь улететь, потому что баланса в стойке не будет, устойчивости не будет, довольно сильный. Ничего страшного. Покатай, чтобы сейчас не потеряла. Вот здесь сейчас сделай. Ней! Ос! Поставила. Сам. Назад. Раз, вернулась, но так, чтобы ножка не становилась сюда, а была на расстоянии. Ножка между ног. Ладно, длину. И пошли дальше. Второй, третий раз. Мараты хаджимы. Ос. 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 Можно на носочек не ставить. Ос. Мараты. Ши. Ши. Ос. 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 Пяточку ос. Можно немножко пониже опустить. Ос. Ос. Ши. Ши. Опусти пяточку. У тебя как тут сюда это получается. То есть такая вот. Ну, то есть можно опустить комарите. Тут требований нет, болевая стойка не подразумевает, что она должна быть не поднятой пяткой. Если тебе удобно, как бы центр тяжести вперед, чтобы мои гели сразу же сделать с места, то это ничего страшного. И второй рядрак отсюда соту к, сейкен май геден барай, сейкен геку цуки, возврат прикрытия. Делается с шагом вперед. И отжимай эч, шаг вперед сделали, соту к, шаг сделали, раз. Завели за центральную линию, раз. И назад отошли, где-то барай сделали. Сам подошли вперед, нанесли удар. Ос. И чуть-чуть разорвали на дистанцию назад. Сам. Мугурой. До конца второй, третий хаджимы. Ос. 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 Ще. Здесь ща делается на бой. Ос. 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 Ос, 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 ос. Блок надо, чтобы попытки сделать быстро, не надо, нужно сделать четкий блок, ручки выпрямили, ще. А иногда в попытке сделать побыстрее все это получается такой вот сразу.
То есть блока нету четкого, руки сразу же идут туда. Нужно, чтобы четкий блок. Раз, раз. То есть тут два движения. Могу говорить два раза хочу. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ше. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Молодцы, ямы. Ше. Второй сделаем, сразу же выяснили. Так, делается он на отходе назад, исходя из того, что сзади будут еще ряды, назад не пойти, нужно будет повернуться в другую сторону. Делаем мавате. И пошли назад на отходе. Все время на отходе, когда делается, мы остаемся все время в одной стоечке. Раз, раз, оп, закрылись. Хаджиме. Ос, ос. В этой же стоечке второй раз, хаджиме. Молодец, посмотрела, когда отходишь назад, то есть ты понимаешь, что когда ты двигаешься, надо куда-то двигаться, то есть оставлять за спиной свободное место. Молоте. Ще. Раз. Ще, когда вперед ручки, пальчики не растопыриваются, они сжаты. И назад дошли до конца, хаджиме. Ос, ос. Ос, 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 ос. Наура? Ос, ос. Такёку сону сам. Ей? Угурей? Как же? Ос, 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 ос. Стойку подлините, руку дайте. Ос. Зёдан, зёдан. Ше! Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ше! Ос, ос, ос. Ос, 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 ос. И последний разочек. Тайфёку сону сан. Йой. Мугурей. Хаджу. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Задняя пропорция согнута ножка. Ос, ос, ос. Ще. Пропорция согнута задняя. Ос, ос. То есть на одной высоте пропорция согнута на одной высоте. Ос. После этого у нас остается отжимание, приседание, пресс. Ну-ка, да? Сейчас я вот тогда сейдзе. Ребята, пришли быстренько, пока он могу все делать. Садимся. Делаем. Особо не спешите, чтобы они доделали сейчас кондиции, чтобы привезли. Симпанрей. Ос. Симпанрей. Ос. Симпанрей. Ос.
Чего ты? Я занял.